Это рубрика «Дорожная карта». Сегодня я, Елена Овсянникова, сравниваю планы на дорожный ремонт в Красноярске с тем, что на самом деле происходит в городе. Мы сейчас на улице Профсоюзов. Напомню, ремонт здесь должен закончиться 15 июля. Но вот пока и люки, и лавирующие машины, все по-прежнему. Судя по припаркованной технике и срезанному асфальту, работы вот-вот начнутся. В администрации нам сегодня подтвердили, что крайний срок 15-20 июля. Возможны новые подвижки из-за погоды. Следующая точка на дорожной карте – мост через Качу по ходу движения с Маркса на Белинского. Ямы пока на месте, дорожников нет, а вот сроки закончатся, как в старой шутке, вчера. А в администрации все объяснили усиленным контролем. Подрядная организация АМДСК еще на этапе подачи документов вызвала кучу нареканий. Вот только на днях дорожники получили разрешение на старт работ. Новый срок – конец месяца. Ремонт на Марковского точно в срок. Дорожники должны были успеть до 15 июля. Сейчас комиссия принимает работу.